Якщо алергія, препарат «Цетрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цетрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цетрин» діє в центрі алергії. Путину конец, у него появился конкурент на выборах. Мы не можем промышленность в коллапс загнать. Правильно, да? Ну или страну, потому что невозможно выпускать только одни автоматы. Кадыров чуть не двинул кони на тренажере. Россия угрожает США полным уничтожением. У них есть уязвимые в геофизическом отношении точки, инициировав воздействие по которому мы можем США уничтожить. Это горячие новости, все самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску, мы создаем этот проект благодаря вашей поддержке. В здоровом теле здоровый дух. Кто-то занимается спортом для того, чтобы лучше чувствовать себя, а кто-то, чтобы быстрее попасть на тот свет, если точнее в ад. ТикТок Кадырова погубит. Тот так хотел запилить в сеть новенький спортивный видос, что во время съемок чуть не двинул кони. Кряхтит что-то. А ну, кто разбирается, это уже предсмертное состояние. Рашисты перешептываются, что Путин готовит новую волну мобилизации, но алкогуру Гурулёв всех успокоил, по крайней мере пытался. Чтобы кого-то мобилизовать, массово, говорит, давайте мобилизуем 3 миллиона. Ну, мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежда, техника, боеприпасы, средства, что? Другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еда и все остальное. Толк вот отмобилизовать людей, когда оборонно-промышленный комплекс одномоментно столько не даст. Разве вас это когда-то останавливало или волновало? Пусть мышей едят и палками дерутся. Мы не можем промышленность в коллапс загнать. Правильно, да? Ну или страну, потому что невозможно выпускать только одни автоматы. Поэтому какая мобилизация? Если бы мы могли это сделать, нормально объяснял. Как это невозможно? Похоже, Гурулёв выпил чего-то не того. Когда это в Раше о людях думали? Может, он решил русских лапшой накормить и бегом на выборы? Войны закончились, теперь Рашу будут защищать мешки, да еще не новые, а из-под сахара и муки. С мольбами о помощи белгородцы обратились к губернатору Гладкову. Для укрепления границ Белгородской области необходимо очень много мешков, 2-3 тысячи. А мешков так и нет, Гладков не выделил деньжат. Теперь воины вынуждены покупать их за свои призрачные зарплаты у сообразительных бизнесменов. Помогите! Местные предприниматели в кавычках продают их не новые, после сахара муки по 5 рублей на вид. К сожалению, бойцы были к этому не готовы, они приехали защищать наш с вами дом, должны платить за это, ребятам надо помочь. Будем помогать, грустно сказал Гладков, мысленно вычисляя, из какой-то обновки деньги придется выделять. Пока те думают, как мешки купить и автоматы делать, другие клоуны в телестудиях собрались США уничтожать. А что, тут и без мешков можно обойтись. Хотя вам бы не помешало купить себе по одному, черному. Ядерные потенциалы стран Советского, России и США опустились до такого уровня, при котором победа в ядерной войне стала обрела смысл. Я уже говорил об этом здесь неоднократно, у них есть уязвимые в геофизическом отношении точки, инициировав воздействие по которым мы можем США уничтожить физически полностью. Конечно, американцы уже забились в уголок и дрожат от ваших угроз. Вы серьезно? Киев за 3 дня уже взяли, а теперь еще США разрушите. Думаете, ваши приступы еще кто-нибудь воспринимает всерьез? Но весь мир на вас смотрит, как на очень тяжело больных. А посмотрите, какого уникума наши бойцы взяли в плен. В каком году началась Вторая мировая? 1945. А закончилась когда? А как же ваши деды воевали? Они где воевали 45-го? Вот вам и объяснение, почему путинская пропаганда так легко влезает в головы великого народа. Все просто, внутри пусто, вот бурьяны и приживаются.
Российская армия настолько мощная, поддержка и финансирование от государства настолько сильное, что ящик с надписью «Своих не бросаем» стоит и в симферопольской школе. Детям предлагают не есть, вместо этого лучше бросить эти деньги расистам на какие-то орудия для убийства. Или в карман какому-нибудь депутату. На сундуке так и написано: «Школьная жизнь стоит 100 рублей, а жизнь солдата бесценна, безумие». Ящик с Z-символом – опасная штука. Реакции разные бывают, как, например, еще в апреле мужик обругал школьника за то, что тот носит шапку с буквой Z. Отец парня воин, потомок гордится своим папой-убийцей. Поэтому и носит террористическую символику с гордостью. Эта тема не могла обойти и пропагандистов. Они пригласили школьника к себе, чтобы возмутиться недостаточным наказанием для страшного обидчика. Конечно, плохие. Я думал, ему лет 5 появят, вот честно. Но всего лишь 7000 рублей штраф. Немножко разочарован, да? Ну да. Дальше пошла реклама. Кто хочет так же, имеет 7000 рублей, смело можете повторять. То есть вот так побрыгать, поглумиться над Россией, попрыгать на мальчонку. Ну, если очень хочется, то в Екатеринбурге 7000 рублей плати, все без проблем. Нормально. Еще плюс такая слава. Два раза. А вот так отдыхают россиянки в Краснодаре. Эта гулянка тоже на 7000 тянет. Может ли какие-нибудь другие методы примените к девушкам? Кстати, к вашему сведению, Украина не умрет, а вот относительно России даже сомнений нет. Знаете, дальше там поется «Будет жить Украина». На это духу уже не хватило? Или столько текста уже в головушках не помещается? Пока расисты плачутся и сопли вытирают, наши бойцы отстаивают свою землю и не теряют оптимизма. Да еще и нам настроение улучшают. Вы только посмотрите, какое видео сняли наши ВСУ. Продаем за проезд. А у меня только Леся Украинка. Ничего страшного, я там сдачу. Давай руку. Не до Горбакова. Хорош. Вот это фантазия. Берегите себя, мы еще с удовольствием послушаем ваши шутки в мирной Украине. На сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите «Горячие новости». Поставьте лайк. Это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ. Война продолжается.